Летом Саша практически всегда одевается сам. И я заметила, что он обязательно одевает что-нибудь с молнией Маквином, которую называет... Это была первая Сашкина озвучка в видео. Саша своей любви к тачкам зашел слишком далеко. Он нашел свою зимнюю жилетку и решил ее одеть. А мы шли на пляж, и на улице было 30 градусов. Ему было жарко, но он ее не снимал. Хорошо, хоть купаться в ней не пошел. А что вы любите так же сильно, как Саша, молнию Маквин?